Я делаю скрипт, и меня преследуют. Это холостая работа. Первое, мне нужно тебя от меня отдалить. Ни одна креветка не работает, пока ты ко мне прижат. Первое. Раз, два. Прямые руки. Иди на меня, при на меня. Это первое, что. Второе, что? Вот ноги. Вот, возвращайся. Теперь смотри, на самом деле сайт-контрол очень сложно выйти, потому что это уже проигрышная позиция. Теперь давай, как ты вот проходишь сайт-контрол, я тебе покажу, как намного легче это предотвращать. Я вот помнишь, тебе рассказывал, что когда ты идешь влево этой рукой с этой ногой работать, когда ты идешь туда, этой ногой с этой ногой работать. Соответственно, я знаю, что он хочет схватить, чтобы пройти вот так. Проходи гарцу. Проходи гарцу. Вот иди, пройди, сделай сайт-контрол. Вот смотрите, что ему нужно, чтобы пройти гарцу? Верно. Открыть линию сгиба. То есть моя линия сгиба открыта, он ее должен раскрыть. Она, вернее, закрыта, он ее должен раскрыть. Теперь делай то же самое. Делай. Пройди, гад. Пройди. То есть я знаю, что он хочет эту ногу. Я блокирую эту руку. Вот, вообще, вот, удар, так, все. Никак не пройдешь, пока... Либо тебе придется рукой вниз загнуть, вниз, и тогда мне придется уже менять. Раз он идет сюда, для меня приоритет – это рука. Потому что эта рука будет брать эту ногу, а эта нога здесь гард. Понимаете, да? Гораздо проще предотвратить проход гарда. Ну, если человек может пройти мой гард, он может делать со мной все, что угодно. Человек, который проходит мой гард, лучше меня борется. Вот как я это вижу. А еще раз вообще, вот, занимаюсь. Первое, смотри, ошибки здесь ключевые. Люди хватают, делают непонятно что. Толкают туда, да, толкают сюда. Первое, ты должен понять, чем именно человек идет в тебя. То есть я буду толкать бедрами, но ты не бедрами в меня идешь. Ты вот тут, правильно? Да, то есть мне нужно непосредственно его. Теперь я тебя держу здесь, ты начнешь животом или ногами. Я буду вот непосредственно тебя держать, понимаешь? Первое, я должен вытянуть тебя на прямые руки. На английском это stiff arm, то есть вот такая вот крепкая рука. Теперь мои ноги, колени возвращаются. Пока ты здесь, смотри, я физически не могу их вернуть. Ты ближе, чем длина моего бедра. Мое бедро не может короче стать. То есть как бы я ни хотел. Соответственно, пока я не уберу на длину своих рук и длину своих бедер, креветка физически невозможна. Понимаете? Первое, нужно убрать его, создать это пространство, а потом в это пространство делать hip escape и regain guard. Понимаешь? Угу. Вот так. Ага, спасибо. То есть вообще смысл вот эти вот мосты там делать сюда вообще забудь. Не имеет никакого.